Первое солнышко, ну наконец-таки. Как долго я тебя ждал, как долго я тебя ждал. Дорогие друзья и зрители нашего канала, семья, всем привет. Это Сочи, Краснодарский край. Знаю, знаю, я вас уже достал. С вами, как всегда, ваш покорный слуга Дмитрий Александрович, лучший консультант по подбору недвижимости в городе Сочи. Так, дорогие друзья, ладно, был показ, поэтому срочно, срочно это продано. Кстати, видите, расширяет площадь. Молодцы, за 15 миллионов отлетел. Круто, круто. Этот, понятно, 27 на перепродаже с чем-то. Это вам не интересно. Именно так будут выглядеть все дома в этом коттеджном поселке. Вы его прекрасно знаете. Сейчас это 23 500. Очень скоро будет на продаже. Ну, можно сказать, уже, в принципе, продажа открыта. Это тоже 23 500. За 23 могут отдать. Тоже, так сказать, есть. Восьмой, но он нам не интересен. Седьмой, господа, седьмой. Вот сюда именно сейчас ребята приходили, смотрели. И, кстати, круто, потому что у них ипотека как раз Бера и как раз-таки пройдет. Как раз-таки пройдет, все будет нормально. Отсюда въезд, собственно говоря, сюда заезд. Именно отсюда уже начинается этот участок. А показывать восьмой дом не хочу. Не хочу, на самом деле, на него много тратить времени. Мне не особо нравится, что там положили, каким образом плитку. Все это надо на самом деле демонтировать, либо заново как-то переделывать и так далее. Но, тем не менее, этот дом есть. Может быть, кому-то он приглянется вместе с этим бассейном и так далее. И стоить, господа, он будет для вас 23 миллиона. Это на сегодняшний день. Мы же все-таки рассматриваем седьмой, потому что цена прилично отличается. Чувствуете, да? 23 миллиона и 17 500. Чувствуете? Чувствуете? Чувствуете. Заезд здесь. Смотрите, здесь будет везде по всему участку брусчаточка выложена. Территория будет облагорожена. Все дома у нас на сваях, под подпорными стенами сваи. Только что здесь встречали, собственно говоря, застройщика. Он нам все показывал на телефончике, как все это строилось, делалось и так далее. Туечки будут заново посажены, пересажены. Вот лошади поели. Сейчас они, собственно говоря, этот вопрос на самом деле решают с конюхом и будет решать вопрос кардинально. Двухполосное движение, господа. Дагомыс у нас 5 минут направо вы Дагомысе, налево 10 минут вы на Мамайке, 20 минут вы на Морпорту. Где-то минут примерно 35-40, и вы в аэропорту, господа. Асфальтированная дорога, отличный подъезд. Сюда вы заезжаете непосредственно, да, сюда, ой, да, и попадаете в свой дом. Дом номер 7. Именно этот дом у нас, собственно говоря, сейчас... Ну что ты, стабилизатор, себя так ведешь непорядочно. Именно этот дом у нас с вами сейчас идет и по нереальной, господа, скидке. Скидке. И многие спрашивают меня, а почему же такая скидка? Все дома стоят так... Здесь вы припаркуете одну машину, здесь припаркуете вторую машину, если гости, и здесь вы припаркуете свою третью машину. Дальше. Там у нас установлен септик, но мы здесь уже решили сейчас с нашими клиентами, что мы здесь сделаем техническое помещение, возведем кровлю. Я сейчас все вам покажу сверху, ладно, хорошо. Вот, поэтому я решил все-таки быстро пробежаться еще раз, но вдруг у нас сделка не пройдет. Но вы будете знать, что все-таки это дом продаж. Я за последнюю неделю 3 раза чуть его не продал. Чуть-чуть его не продал. Эта территория у нас вот этого дома за 23 миллиона. Ну, вы понимаете, да, что здесь будет стоять штакетничек, там, не знаю, 1,80 м. И вы соседей своих видеть не будете. Этот дом, который тоже 23 500, мне не очень интересен, потому что его окна выходят на соседний, на вот этот. Поэтому вот этот дом самый интересный. Вообще, изначально застройщик хотел этот дом оставить себе. И так как сейчас ему нужно довыполнить обязательства перед своими, собственно говоря, заказчиками, именно только из-за этого цена у этого дома, господа, 17 500. А почему я сейчас еще решил поснимать? Да потому что всю ночь лил дождь. И мне все время говорят, дожди, все топит, все ужасно, катастрофа. Что делать? Делать, господа, нечего. А, кстати, еще момент. Оказывается, мы популярны с вами, семья. Мы популярны с вами очень, потому что... Пишут, значит, на других каналах мне вчера подписчики идут, Димочка тебя обсуждает на других каналах. И там, значит, один из наших тоже подписчиков пишет, да вот, все там, есть такой риэлтор, он там кривляется, семья, всем привет и так далее. И там риэлтор, который меня смотрит без остановки, я, правда, его заблокировал, чтобы он меньше это болтовал своим языком. Он пишет, мне тоже не нравится, когда там кто-то говорит, там, семья, всем привет. Поэтому специально для них, потому что я знаю, что все равно они смотрят. Семья, всем привет, это Сочи, Краснодарский край. Вот так. Повторите еще раз. Семья, всем привет. Вот так вот. Так, вот такой вот замечательный у нас дом, господа. Значит, теперь по конструктиву продаемся. Еще раз говорю, капитальный монолитный дом на сваях, господа. Под подпорными стенами, видите, какие они широкие, они капитальные. Там тоже сваи везде у нас. И, собственно говоря, дом этот у нас, господа, честно, сейчас по выписке не помню, порядка 120 квадратных метров. Мы сейчас поднимемся на, по, так сказать, лестнице. У нас такая же лестница будет с вами возведена и на эксплуатируемую кровлю. Я еще раз вам покажу, что у нас здесь это самый приватный участок, самый тихий, самый спокойный, самый такой, знаете, нетронутый. Здесь у нас хороший бассейн. Посчитаем еще раз, не помню, раз, два, три, четыре,
5, 6, ну, 6 копейками. И здесь 1, 2, 3. Ну, скажем так, 6 на 3, противоток делаем, плаваем нормально. Смотрите, фасадики аккуратненькие. Все хорошо, вентилируемые, спокойненькие. Здесь застройщик тоже вам заливает все бетоном. Но я бы этого, честно, не делал. Честно скажу, я бы этого, господа, не делал. Никакого бетона я бы сюда не наливал, не заливал. Все-таки оставил бы здесь какой-то газончик, не газончик. Здесь можно небольшую баньку поставить. Смотрите. Здесь, естественно, тоже по периметру будет стоять заборчик, как бы, да. Поэтому все в этом плане будет нормально. О, соседство у вас какое, вот. Значит, по конструктиву мы сказали, да, дом на сваях, капитальный монолитный с большим заполнением. Дальше. Внутри будут выполнены штукатурные работы. Штукатурные работы. По коммуникациям. Центральное водоснабжение оплачено. Дальше. Газ входит в стоимость. Вам доплачивать ничего не надо. Локальное частное сооружение. И вот именно здесь, вот смотрите, по этой стенке мы сделаем до верха. Если эти ребята купят, мы сделаем до верха. И здесь у нас будет техническое помещение, как бы хранится. Ну и внизу, я думаю, что это как бы там будет тоже велосипеды, шины, покрышки, еще что-то там, лестницу сделаем, придумаем что-нибудь. Это все надо под техническое помещение, потому что здесь, вы понимаете, да, подпорная стена, и сам Бог велел здесь как бы сделать кровлю, накрыть это все каким-то образом. Ну, придумать что-то. Обыграем. Обыграем. С этой стороны вот таким вот образом фасад. Господа, за газ вы не доплачиваете, за воду вы не доплачиваете. Это у нас все центральное, что делает обслуживание вашего дома гораздо дешевле. То есть платить вы уже, как Дмитрий Александрович, за дом. Кстати, в этом месяце пришел счет на 22 тысячи. Вы уже не будете 22 тысячи платить. Вы заплатите всего-навсего 7 тысяч рублей. Потому что по всему периметру у вас будут теплые полы. Да, и, соответственно, здесь вы в бассейне будете плавать с противотоком и так далее. Мы с Романом Николаевичем с удовольствием вам сделаем ремонт в этом доме. И, в принципе, бассейн тоже доделай. Так, по лестничке мы аккуратненько спускаемся вниз. У нас быстрый обзор. Быстрый, быстрый, быстрый. А пока я бегу, я напоминаю, что мы занимаемся ремонтами. У нас самые лучшие цены в городе Сочи. Господа, на предчистовой и на чистовой ремонт. Сколько составляет? Правильно. Кстати, здесь очень хорошие оконные и входные группы. Я вам честно это говорю. Очень хорошие, смотрите, и дорогие. Они молодцы. И на самом деле молодцы, они денег нормально заплатили. Видите, все здесь как бы в этом плане четненько. Вот, поэтому вот такая вот история. Вы выходите такие, та-ра-ра-ра-ра-ра, сосед, привет, семья, всем привет, это Сочи. И они такие, вау, ты достал опять, это Сочи, Сочи постоянно. Ты, это Сочи, Краснодарский край, семья, всем привет. Это специально для наших хейтеров, специально для вас. Молодцы. Так, значит, тут у нас ситуация следующая. Делаются здесь штукатурные работы. Ну, точнее, штукатурка здесь будет. Так, при входе, понятное дело, да, быстренько сюда гардеробный шкаф. Это у нас получается здесь санузел. Дальше кухонная зона, сюда у нас кухня. Подлесочное пространство, здесь мы храним всякого рода хлам. Комнату мы здесь не городим. Теоретически можно придумать, можно, нужно. Нет, не нужно. Не нужно. Поднимаемся на второй этаж. Вот такое вот у нас мощное, господа, мощное перекрытие железобетонное. С правой стороны у нас сразу ванная комната. Многие видели этот дом и не раз. Ребят, давайте, если мои не купят, 17500, я говорю, за эту неделю две сделки. Две сделки у нас здесь, ну, два раза сорвалась сделка по этому дому. Комната, пожалуйста, великолепная, шикарная, с хорошим видом на горы. И маленький-маленький кусочек моря у нас. Отлично, тишина, спокойствие. Смотрите, затыкаюсь. Вот там будет доделана, видишь, дренажка, видите? Это к соседям, да? На шестой дом. Видите, даже какая тишина, ничего не слышно. Поняли, о чем я говорю? Тишина, машин вы слышать не будете, ничего слышать не будет, никто вам мешать не будет. Все, комната номер раз. Здесь планировка мне больше нравится, потому что в восьмом доме всего лишь две комнаты, а здесь... Комната номер 2 с выходом на балкон на две стороны света. И комната номер 3, господа. И тут уже выход, соответственно, можете спокойно выйти. Показываю. Ну и здесь вы, соответственно, тоже выходите спокойно. Раз, и вы, соответственно, попадаете куда? Правильно, сюда, к бассейну. Все. Это мы порешали все с вами. Молодцы. Хороший дом, хорошая планировка. А главное, хорошая цена. А главное, что ипотека, нет проблем. Особенно Сбербанка. У кого ипотека Сбербанка? Ребята, 17500. Подарок судьбы. Подарок судьбы. Просто заберите, еще раз говорю. Не будет таких цен, нету таких цен. Заберите, 17500. Здесь отличный вид уже. На эту сторону вы смотрите, здесь у нас горы, горы. А за горами Арарат, за горами Арарат, Армения моя. Здравствуй, мама, 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 ты ждешь меня?
Ну что, вот такая вот история у нас, смотрите, какое море. Да, видите море? Нет, нет, да, нет. Вот шикарное море у нас. Рядом, еще раз говорю, у нас дорога, асфальтированный подъезд, все великолепно. Магазины, школы, что вы хотите, все здесь, господа, есть. А главное, коттеджный поселок славный, в котором были бешеные цены, и все дома давным-давно распроданы в хорошей концепции. Здесь у нас, кстати, будет еще с вами стоять каленое стекло, аккуратненькие заграждения. Это все мы прописываем в договоре обязательств, господа. Еще раз говорю, не нужно переживать. С Дмитрием Александровичем покупать дома одно удовольствие. Беру все оформление в свои руки на себя. С соседями пообщаюсь. И, в принципе, я и так уже совсем здесь пообщался. Но вы можете повторно пообщаться. Что касаемо, в принципе, юридических и технических вопросов, это все ко мне. Я с огромным удовольствием на те дома, которые у меня покупают, захожу на ремонт. Поэтому, ребята, 15 тысяч за метр квадратный. Пожалуйста, white box я вам здесь сделаю. Все мы здесь сделаем. Хотя даже я думаю, что какую-то скидочку я вам придумаю, потому что... Ну, в принципе, мы у застройщика, я думаю, здесь договоримся, что либо, ну, скорее всего, он нам сделает штукатурные работы. Сделает штукатурные работы. Придется нам, конечно, здесь немножко по электрике переделать, но, тем не менее, мы сделаем. Поэтому 15 тысяч white box будет вам здесь капитально. Все сделаю по вашему, соответственно, дизайн-проекту, либо по вашим пожеланиям, да? Вот, захотите зайти с нами на чистовой ремонт? Ребята, 8 тысяч за квадрат. Я знаю, что в Сочи есть 10 тысяч, 15, 20, 30 за квадрат, за чистовой. В принципе, я знаю даже 50 и 100 ремонт мебель-техника. У нас цена 15 и 8. Если вы знаете такие цены, ну, давайте покажите мне, кто их делает. Я знаю, что у наших ближайших конкурентов дороже. Скоро мы станем знаменитыми, скоро о нас узнает вся Россия, и у нас будет дороже, господа. А пока что мы готовы. Вот молодцы, ребята, вот этот дом, они... Молодцы, расширяют, делают и правильно делают. И правильно делают. К этим домам, вот тут еще будет два дома у нас, еще два дома. И к этим домам будет заезд снизу, отсюда снизу будет заезд. И вход будет отсюда же снизу. Здесь, кстати, люди живут. Вот здесь люди живут. Можете с ними тоже пообщаться. Вот. По поводу того, есть ли у вас газ? Они скажут, да, есть. А вода есть? Они скажут, да, есть. Вы скажете, да, что, все есть? Они скажут, да, все есть. Дмитрий Александрович будет аккуратно спускаться. Господи, только бы не навернуться. А то там забор закрыли, строители. Я уже не стал их просить. Отсюда будет, отсюда, вот отсюда. Отсюда будет. И здесь будет еще два дома. Еще два. Не успел я этот дом снять, не успел выложить видео. Кричу, 15 миллионов, забирайте, ребята. Застройщик что-то делает. Только кричу, кричу. Два дня прошло, все, улетел дом. А потом мне говорят, Саныч, ничего не покупают, Саныч, да ничего не продается в Сочи. Да, все так и есть, ребят, ничего не покупают, ничего не продается. Вы ничего не покупаете, и у вас ничего не продается, у нас все продается. Асфальтированный подъезд отличный, газ, центральное водоснабжение, все супер. Аргелит рядом, все на сваях, все капитально. Вот так вот будет выглядеть ваш седьмой дом. Вот так, смотрите, вот видите. Сейчас этот продается. 27 или 27 с копейками. Не помню. Ну, если хотите, можете его купить. Вот этот. 23 500, но за 23 он отдаст. Это партнер застройщика. И вот наш седьмой. Вот наш седьмой красавчик. Ребята, еще раз я кричу, я ору. 17 500. Вот наш красавчик. 17 500. Итак, подытожим. Любая недвижимость от любого застройщика в городе Сочи. Вы просто нашли квартиру за 10 миллионов у застройщика. Позвонили мне. Димарик, хотим 9 900. Вопросов нет, Димарик сделал 9900. Нашли какую-то квартиру на вторичном рынке. Димочка, сделай дешевле, Димочка, сделай дешевле. Любой дом, любой видеоролик любого блогера, любая недвижимость. Набрали, скажи, Дмитрий Александрович, надо дешевле. Надо, сделаем. Ремонт, Дмитрий Александрович, любой ремонт. Старый фонд, новый фонд, без разницы. 15 тысяч при чистовой с материалом, премиум. И плюс 8 тысяч рублей. 23 тысячи на круг. Дмитрий Александрович заходит, 2 месяца ремонт под ключ. Вам сделан. Если вы не задержите, я не задержу. Встретились, техническое задание обсудили, смету сделали, договор подписали лично со мной и полный газ, господа. Все сделали в лучшем виде. Мы соседи, все довольны, встречаемся на пляже, пьем мохито, отдыхаем, расслабляемся. Ссылочки на все социальные сети есть в описании под этим роликом и все остальное тоже. Ставим лайки, не забываем про это. Если вы хотите дать нам свое доверительное управление, свою квартиру или, может быть, дом, пожалуйста, набирайте, посмотрим, оценим, скажем, помесячно, посуточно, сколько? 30% от прибыли, господа, и нужно понимать, на нас уборка, всякие технические моменты обслуживания, реклама и так далее. Вы не заботитесь ни о чем, вы только получаете 70% прибыли
по договору. Работаем исключительно по договору. Рейтинг держим 10 из 10. Если вы что-то хотите снять, там дом или квартиру, тоже набирайте, мы что-то предложим из своих объектов. Я вас обнимаю, я всегда на связи, крепко-крепко. И что еще раз я говорю? Раздражаем хейтеров. Семья, всем пока, обнял. Пока, семья. Пока.